Раз, дорогие любители баскетбола, дамы и господа, леди и джентльмены, в общем-то, НПФ игра. Я тут проснулся в последний день ивента, на именно 22 числа, завтра вообще все закончится, да. И не будет у меня времени поиграть, добить ивент, поэтому не знаю, успею ли я сегодня добить на втором своем аккаунте этот ивент. А что выйдет с этого, хрен знает. Ну, учитывая, что там за 6 игр дают по 3000 очков, я как понял, или 6000, или сколько там, опять кто-то подобрал. А, это наши подобрали, да? Окей. Это хорошо, что наши подобрали. Ну, собственно, посмотрим, что за этого выйдет. И, в общем, продолжаем играть. Кстати, я заметил, мастерки поменяли. Это хорошо. Вау, вау, вау. Там ПГ играет. ПГ, СВП, значит. Ой, ой. Хорошо, хорошо. Молодец, братан. Поднял, поднял. Финтулечек понажимал на Белзебабике. И это все, что он сделал. Правда, честно говоря, надо смотреть, что там изменили, потому что так с первого взгляда я только зашел на ПФ поиграть и особо ничего не заметил. Но там некоторые скиллы очень даже интересные. Допустим, Shift-A. Shift-A. В общем, чипаут какой-то там супер крутой, супер важный чипаут нынче. Какие-то очень важные и интересные чипауты. Короче, мастерки надо смотреть отдельно, так что баланс сил, уверен, изменился. А, вот этот вот, знаете, Last Resistance или как он там... называется. Вот он изменился, говорят. Говорят, что там СВ всякие научились нажимать на кнопку F и теперь умеют со спины прыгать и мешать блоку. Правда, правда, насколько сильно они мешают этому блоку? Это, конечно, сильно. Это вопрос интересный очень. Это нужно проверять, это нужно тестить. Кстати, как у вас дела? Как настроение? Как семья? Как дети? Че нового? Ой, ой, обыграл. Ну, молодец. Какой красивый, какой классный. А мы предыдущую игру выиграли, прикиньте. О, типин работает. Ля-ля, иногда я умею типины нажимать. No screen, please. Да, я просто к тебе подошел. Че no screen-то? Случайно так вышло. Ага. Блин, она еще изменилась. А где килл пасы, ёпт? Или это было в мастерке? Или больше нет мастерок таких? Кстати, я ПФ мог заблочить. Прям мог. Чуть немножко поближе был бы и заблочил. Да, может, просто мне повезло. Блядь, как ты прыгаешь на подбор? Заебало. Ой, не успел заслон поставить, брат. No screen, please. О, блок поставили, блядь. О, какой ассист. Какие два очка. Невероятный ассист, невероятный блок мне поставили. Кстати, 8 очков. Когда я успел, даже не заметил, когда я его успел. О, беги, брат! Брат, держи, брат. Брат на брата. Сука, я все... Ой, я думал, я все лузбол заберу. Зазнался даже почти. А брат-то все... Мне кажется, ПФ немножко не понимает, что делать. Ну, либо я так загадочно нажимаю кнопки. Ладно, я шучу, друзья. Я не могу загадочно нажимать кнопки. Зато у меня стоит Last Resistance на ПФ. Ой, блядь, я уже на все прыгаю. На все, просто на все прыгаю. Только вы, главное, финтульчику нажмите, я на все прыгну, друзья. Это самое главное. Кстати, у меня защитный ПФ, прикиньте. О, блядь, этот просто все кидает. Просто все. Просто я ему между его сразу в лоб, не задумываясь. Вы когда-нибудь так играли? Представил, не задумываясь. Так, ССВ, что там крутится, забагался, перебагался. Залагал, не залагал, но забил. ССВ вообще под кольцо не лезет почему-то. А еще я заметил, какие-то странные персонажи бегают. Белзебабы какие-то опять появились. Я какую-то еще одну очередную обнову пропустил, я не понимаю. Откуда они появились? Где они взялись? Эти Белзебабы-то, алло. Ну, типа, там кто-то другой же должен быть, наверное. Ну, как бы Нари, хренари. Ой, F не сработало. Точнее, сработало, но перс просто вверх прыгнул. Хотя я так старался. Ой, какие два очка, какие сочные, сложные. Он так старался забить два очка, что аж забил. Так, СВ, что там крутит, вертит. Ой, какой легкий данк. А мне блок поставили. Так нечестно. Я поставлю заслон туда, поставлю сюда. Сломает лицо, еще трех уебало получит.
Молодец, 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 невероятные переводики, невероятные. Мне кажется, нужно больше финтить. Брат, красавец вообще. Все, он прям меня ебанулся, прикиньте. О, хорошая защита. Nice defense, брат, nice defense. Что-то он опять просел, он хотя в прошлой игре в концовке тоже какую-то хуйню выдал. Какой блок, кстати, хороший. Не знаю, он так хотел, но блок хороший. Брат, лови! Сука, П все забирает. Фух, слава богу. Хорошо, что он на Д не нажал. Куда побежал? Походу без звука играет, как Хосич. Хосич также без звука херачит. О, ПФ, походу, высрался в поличку. Видели, видели? Просто он на секунду стоял. Есть два варианта. Либо он как Хосич прибухнул, либо, что маловероятно, либо он высрался, ему говорит, а ты долбоёб, надо было бросать. You lose the game. О, oh, you lost the game. Йой-й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 ой. Зачем ДФ-3? Все нормально, все нормально. Сейчас два очка на прыжечку свою нажмет. Что еще нужно для счастья СФу? Нажать на F, или как там, на R, я уже не помню. На что они там? А что DF3? Они же не бросают трёхи. О, все, сломался чел. Бля, киллпасса нет, как так? Они что, брали киллпас от PF? Это плохо, это плохо. Ладно, увидимся в следующей игре. А мы, друзья, тем самым возвращаемся в битву. Битву чемпионов. Битву чемпионов без випок и, не знаю, может быть, с мастерками. Я не успел посмотреть. Может быть, даже, да. Может быть. Может быть, даже я выиграю первое выбрасывание. Кстати, у меня интернет поднялся. Ну, как бы, там скорость увеличилась. Но МС от этого увеличения вообще, как бы, ну, не поменялся, чтобы вы поняли. Ну, то есть, я уже сколько раз не жму, все равно ничего не поменялось. Ну, то есть, у меня было раньше 38-37, а сейчас 42 стало. Так что, знаете, друзья, и когда вы увеличиваете свою скорость интернета, не факт, друзья, что у вас улучшится МС. Пинг ваш. Так что, да, подумайте несколько раз, менять интернет или нет. Странно, странно. Ой-ой-ой, какой молодец, какой молодец. Какие сложные клавиши нажимать. Знаете, как я на СВ, когда играю, я нажимаю на R часто. Вот это вот, как скуп или как он там называется. Ага, не брось, не брось, слишком близко. Слишком близко открылся СВ, чтобы такое забивать. Бля, не успел, не попал за слон. Ой. А куда он бросал? Там же даже не было сиренки никакой. Ничего, типа, не знаю, че, куда он. Зачем он поторопился? Не было там даже 7 секунд, так что. Я не стал бросать, потому что я подумал, что может меня накроют. Мало ли. Вот, а он что не стал, не знаю. Ну, всякое бывает в этой жизни, правда? Правда, 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 правда. Кстати, вы стрим хотите? То я в эти выходные думал стрим запустить, потом понял, что я не очень-то хочу стрим. Ага. Он думал, что я пойду блокать его, что ли? Что он сделал эту скидочку. Конечно, интересная была задумка, но... Но... О! Ничего себе! Интересно, он случайно это сделал? Я, короче, когда играю на СВ, я всегда случайно такую штуку делал. О, ДД! ДД! Чел нашел ДД! Ничего себе. Ничего себе. ДД — это сила. Кстати, я в этой игре еще... Ой. Вот, помните, я первый раз сказал, что я что на это клюну, что ты делаешь. А сейчас я реально что-то на это не клюну. Как думаете, он напишет no screen, no screen, no screen, no screen? С одной стороны, говорю, как думаю, как он его не блочит, эту замечательную херотеньку. А с другой стороны, я вспоминаю свои времена и думаю, блин, я бы сейчас, наверное, не заблочил. Хотя одно время вроде стало легко блочить вот этот вот. Он там называется, я уже забыл. Как это? Как он? Флоттер, флоттер, о, это флоттер. Это замечательный читерский флоттер.
Блин, Любидо просто невероятный на самом деле. СФ против СВ в миде, даже в миде они борются, не знаю за что. Не понимаю только, как... СФ... Блять, надо было на трех. Ну, кстати... О, брат, подобрал. Ой, заслон какой. Last resistance, что? Что? Last, может быть, скрин? Может быть, very nice pass написано. Чё паста, если это был very nice заслон? Написать good screen, imba screen. You are best of the best to the best. Ой, ой, мой косяк, согласен. Бля, я что-то не думал, что он донканет именно по прямой. Хотя, кому я вру? Я так и не научился эту хуйню делать. О-о-о, ПГ сам кинул. О, еще забей мне, брат. О, еще в лоб. Молодец. Какой молодец. Давай, пулап. Пулап. Забавно, что две предыдущие игры, что мы выиграли, я забивал хотя бы десяточку. В этой игре... Ой, что творишь? Ой, он не кинул? В смысле? Пойду за слон поставлю, сделать, что мне интересно. О-о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 -
повыебался, конечно. Что, поебалось, съебало, это все нормально. Бля, тут киберски забивают. Это СВ? Я думаю, это ДГ. Я убегаю. Я... Ой. Ой. Ой, хорошо, вот мой перс не сделал дан, который я задумал. Вот я нажал влево, и если бы он сейчас бы влево вылетел бы, мне кажется, было бы не очень хорошо. Опа, блок какой. Какой, какой уебищная анимация блока была. Угу. Блядь-ка ты, сука. Успею? Подбирай, брат. Я верю в тебя. Не. Вы, конечно, молодцы, но вы не подобрали, друзья. Так. Ну, в принципе, счет такой, что можно и трё... Я пошутил, блядь. Я только хотел сказать, что можно, в принципе, и трёху пропустить. И ничего страшного с этого не будет. Но, ну, бля. О, видали, как он на булочке? Знаешь, почему он за булочек? Потому что я стрелочку вправо нажал. Мне кажется, по прямым бы он бы не дал этот замечательный блок. А сейчас я не накрыл, потому что я нажал Last Resistance, типа, учи, а не Д. Ужас какой. Братья, братья и сестры. В общем, друзья, короче, вы там напишите стрим, хотите выходные. А еще у меня скоро отпуск. А еще, если у вас есть какие-то вопросы по баскетболу, вступайте на Discord-канал, ссылка в описании. А еще, если у вас нет крю, вступайте в Midnight City. Но Midnight City сейчас полностью забит, и мне лень что-то там делать, поэтому как-то так, друзья. В общем, всем счастья, здоровья, любви и всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Не забудьте лайк сочный поставить.